Волонтерство – это, как мне кажется, просто быть добрым человеком. Конечно, мощным подспорьем и даже, наверное, толчком в развитии волонтерского движения стал чемпионат мира по футболу, прошедший в 2018 году. Когда появились инфраструктурные решения, которые помогали решать вопросы добровольцев, появился центр городских волонтеров, стали выделяться осознанные бюджеты на развитие волонтерства. У меня была мечта поучаствовать в чемпионате мира по футболу в 2018 году, но на тот момент мне не было еще 16 лет, чтобы в нем поучаствовать. Наверное, это такая особенность современной молодежи. У них очень высокий уровень социальной ответственности. Если они видят какую-то несправедливость, если они видят точку приложения своих усилий, где они могут быть реально полезны, они действительно это делают и стремятся помогать, и стремятся быть полезными. Но непривычно было все, потому что это в первый раз, это все в новинку, как-то не так просто себя как-то открыть, чтобы просто пойти пообщаться с людьми. Совершенно любой может быть волонтером, интроверт, вы экстраверт, активный вы человек, пассивный, неважно, для вас может найтись дело. Но если пытаться какие-то найти общие черты, то, конечно, ребята в большинстве своем коммуникабельные. Но поскольку волонтерство – это помощь кому-то, а значит, ты вступаешь во взаимодействие, даже если ты помогаешь природе, рядом всегда есть те, с кем нужно договориться, найти общий язык, решить какие-то вопросы. Коммуникации могут пригодиться всегда. Сейчас ты помогаешь просто волонтерам на мероприятии, а завтра тебя взяли на работу. С одной стороны, это очень здорово, что волонтерство начинает шагать по всем городам и субъектам. С другой стороны, нас это тоже заставляет искать новые решения, новые инструменты в развитии волонтерства. Но пока цифры говорят сами за себя. В Петербурге более 80 тысяч волонтеров, и эта цифра достойна уважения. Я мечтаю, как мне исполнится 18, поехать на Тавриду и территория смыслов. Территория смыслов – это образовательный форум для волонтеров. Туда также можно поехать и волонтерам, и участникам.